Ну что, ребят, новый рыбацкий день, утро, собираюсь на рыбалку. Спасибо базе «Хвост чешуя», что приютила меня. Все, я собрался. Что? Прибыли с рассветом. Сейчас пешочком дотыкаю до точки конкретной. Не стали близко подъезжать. Вот. И будем начинать сегодняшнюю рыбалку. Сейчас по-быстренькому протрясу тут луночки без мотылкой и пойдем на другое место. Рыба на точке оказалась совершенно неактивной, так что нечего тут делать. Thank you.
Вот, ребят, вроде более-менее зацепился за рыбу. Вроде бы там на заднем плане проплывают даже сорожки. Много окуня. Вроде как бы некоторые окуньки даже съедобного размера. Ну, наверное, есть смысл попробовать его здесь половить. Да, окуня много. Вот. Ну, попробуем. Давайте попробуем. В общем, прошел я уже приличное расстояние. Нашел коряжник. В этом коряжнике большое количество окуней нормального размера. Попробовал я их потрясти. Попробовал на нимфошарик. Попробовал на чертик. Попробовал еще на другую мормышку. Поставил балансир. Попробовал на балансир. Ни одной поклевки. Надо найти белую рыбку. Постараться найти сорогу. Может быть, удастся ее найти и поймать. Но окуня сегодня реально какое-то плохое настроение. Он вроде активный, вроде погода его, но жрать он что-то не хочет. В общем, пробурился тут рядом с деревом. Вот, опустил камеру, увидел сразу же вдалеке сорога проплыла. Такая где-то грамм на 200, наверное. Потом опять приплыли эти полосатые. Вот. Так что, наверное, забурю сейчас тут кружок из лунок. Ага, вот сорога. А, нет, это подлещик мелкий. Ну ладно, тоже неплохо. Вот. Забурю сейчас кружок из лунок. Закормлю все это дело. Поставлю палаточку. Это уж больно, ветер задувает сильный. И будем ждать свою рыбку. Насыпал прям сверху. Сейчас заодно проверим, камера опускается, нет. Прикормка или есть тяга. Вот, прикормка опускается на дно ровненьким ковром. Я надеюсь, что это будет привлекать сорогу. Заодно сейчас сюда бахнем мурмыша. Вот. Живого сверху, чтоб плавал, также рыбу приманивал. Соответственно, остальные лунки тоже буду кормить сверху, не буду я заморачиваться. Вот. Все. Ну, все, пошел я на первый круг, надеюсь, что рыбка проклюнется. Клюнуло вверху на паузе окунек.
Нормально. Клюво. Нормальное что-то. Ну, чебак. Вот он. Вот ва. Ура! Во. Чебачок хороший. Потихонечку продвигаясь по закормленному кругу. Ловлю сейчас на нимфошарик. Посмотрим, какая будет результативность. Может быть, потом поменяем мормышку на что-нибудь другое. Но, скорее всего, рыбалка сегодняшняя будет происходить по принципу снятия активной рыбы. То есть на лунку пришел, если активная рыбка есть. Вот. Она еле-еле приклюнулась. Если активная рыбка есть, вот ее снял. Окунек еле-еле ткнул. Вот на предыдущей лунке я сидел, трес, нет, нифига. Но обычно где-то 7-8 проводок делаешь, и все, можно идти. Вот. Можно даже меньше. Можно даже 5-6 разных проводок, и все. Если рыбка не клюнула, можно дальше топать. Солнышко яркое, сильно. А чечи надо одеть. Погода сегодня шикарная. Лучше, чем вчера. Ветра меньше. Солнышко ярко светит. Сорожка клюет.
мормышкой играю по-разному. Делаю проводки что-то наподобие пилы, то есть когда у меня удильник идет и вперед-назад, и одновременно вверх-вниз. Вот, также делаю что-то наподобие дриблинга, когда удильник идет только вверх-вниз. Вот, чередую различные, в общем, такие проводочки, медленные, быстрые, разные. Пытаюсь понять, на что сегодня рыба клюет лучше всего. Вот, но, как правило, рыба реагирует на равномерную проводку. То есть, когда вот сейчас вот сопля на леске, если вот можете заметить, нависла, и ветер ее тормошит. Обычно в таких условиях не клюет. То есть, надо, чтобы клевочек двигался равномерно, с одинаковой амплитудой. Тогда, как правило, рыбка реагирует. Вот. Клюнула. Ух, кунёк клюнул на новую мормышечку. Приклюнулся все-таки. Вот, но мормышка интересная, но требует доработки, поэтому пока показывать я ее не вижу смысла. Хороший пузан. Поставил нимфошарик, в общем. А на мормыш не хотел. Вот, пришел. Нормально. Нормально. Вялит самое то. Кто-то попал. Какой-то ёрш. Какой-то ёрш попал, говорю, к шоку дна. Хорошо, угу. Сопротивляется. Ух. Сорога заела на реактивном трясе. Тихо.
она. Белоярская селедочка. Скушала все-таки. Денек сегодня, конечно, просто шикарный. Почти как весной. Сейчас вроде как бы в районе 7 градусов ниже нуля. Ветер есть, но только порывами редкими. Вот. Солнышко светит. Витамин D. Просто шикарно. Рыбка даже поклевывает немного. Отдыхаю вообще. Прям душой отдыхаю. Красота. Кунёк приклюнулся. На отрыве от дна. Окунёк. Окунёк. Толстенький. Пузатенький окунёк. Вот мой сегодняшний улов. Ну, еще отпустил, наверное, с десяток, может, даже два вот таких вот окуньков мелких. Вот, как-то так. Что, друзья, товарищи, время сейчас уже 16:30. Скоро за мной приедет снегоход. И пора заканчивать этот выезд на Белоярское водохранилище. Сегодня все-таки целевая рыба была поймана. Поймал я несколько сторожек. Такие вот рыбки попали. Грамм, наверное, по 120. Такие вот. Заплатка тоже попала небольшая. Окунёк попал бонусный сегодня. Такой грамм на 200, наверное. Вот. Ну и так немного окуньков еще пособирал я на уху. Вот. Сторожка есть здесь, но ее как бы под лунками не так много. То есть вот что удалось наковырять, то наковырял. Глухозимье. Как бы рыба, я бы сказал, неактивна. Под лунками-то ее, конечно, много. Мормыша она жрет, но на безмотыльную мормышку попадается с трудом. Скажем так. Отдохнул я неплохо. Рядом ни души. Рыбку половил. Чего я вам желаю. Солнышко садится. Мне пора заканчивать. Всем не хвоста, ни чешуи, крепкого здоровья. И встретимся в следующих видосах. Всем пока.
Ну все, ребят, я доехал. Никита меня довез. В общем, решили мы сделать 10% скидку по промокоду Владимир Зуев. Все верно. Да, обращайтесь, ссылочка будет в описании. Сайт хвостчешуя.рф. Обращайтесь, звоните, Никита вас разместит, отвезет куда надо, может быть, даже подскажет рыбные места. Поможем, чем сможем. Да. Ну все, давай, Никит, поехал я домой. Будем ждать снова? Давайте.